День открытых дверей прошел в агрофирме «Поиск». В рамках мероприятия состоялась презентация достижений селекционно-семеноводческой компании, дегустация овощей и экскурсия по объектам предприятия. Наша съемочная группа тоже побывала в гостях у агрономов и узнала секреты создания новых сортов растений. Дни открытых дверей для партнеров и клиентов агрохолдинг «Поиск» проводит регулярно. Одна из самых крупных селекционно-семеноводческих компаний имеет почти 30-летний опыт в разработке видов растений и семян. Во время официальной части руководители подразделений «Поиска» рассказали гостям о результатах своего труда и о достижениях. Мы располагаем современной материально-технической базой. Мы имеем 31 селекционера. За это время создано 650 сортов и гибридов. И очень отрадно, что они используются не только на любительском рынке, но и на профессиональном рынке. Одно из важных событий мероприятия – торжественное открытие завода по производству семян. Это технический комплекс, где семена будут дорабатывать, точно калибровать и расфасовывать. Далее по программе – посещение теплиц. Сладкий фонтан, Афродита, желтое сердце. Так творчески и с любовью здесь называют самые выдающиеся образцы посленовых. Сейчас главная забота селекционеров – создавать овощи, устойчивые к заболеваниям, чтобы, выращивая их, не использовать для лечения пестициды. При вот таком урожае у нас еще меньше обработок, потому что они устойчивы к фузариозному увяданию, они устойчивы к кладоспориозу, это пятнистость на листьях, они устойчивы к вирусу табачной мозаики. Поэтому, выращивая вот эти гибриды, мы можем, помимо того, что наслаждаться их вкусом, красотой, еще и охранять свое здоровье. А также необходимо защищать овощи от насекомых, желательно без химической обработки. Вместе с Институтом карантина растений у нас проводится исследовательская работа и успешно сейчас завершена, и будет иметь практический выход. Это ловушки для насекомых. Такой комплексный подход позволяет предложить покупателю наиболее вкусные сорта растений, безопасные для здоровья человека, в том числе для детей и беременных женщин. В настоящее время селекция в агрофирме «Поиск» ведется по 18 культурам. Всего же здесь выращивают сотни видов овощей, фруктов, ягод, а питомник декоративных и плодовых растений считается самым большим в России. Площадь питомника здесь 15 гектар. Все растения мы выращиваем в контейнерах преимущественно. Растения доращиваются от 1 года до 5 лет. Видовой состав здесь более 400 видов, если быть точным, 440 видов растений, что представляет собой 2300 сортов. Гортензии, барбарисы, гехеры. Кажется, это настоящий рай для садовода. Увидеть, как все это будет смотреться на участке, можно прямо здесь, в ландшафтном бюро «Гордье». Это победитель международных конкурсов и выставок. Здесь легко можно получить помощь дизайнеров, к примеру, узнать о модной ландшафтной идее, о том, как грядку сделать клумбой. Это не только полезно, это еще и красиво, потому что листики мангольда могут быть подчеркнуты красными соцветиями, например, вербены. Или томаты, которые созревают желтенькие, хорошо перекликаются с цветом душицы. Поэтому, конечно, присутствие на участке декоративного огорода значительно оживит и упростит работу садовода. В планах на будущее у сотрудников агрохолдинга «Поиск» укрепление лидерских позиций в России за счет улучшения качества семян и растений и выход на международный рынок к зарубежным партнерам. И, конечно же, поиск новых вкусов и творческих идей. Яна Яковлева, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.